Едем в магазин. Поехали. Жарко в машине. Надо немножко приоткрытые окна оставлять, потому что очень жарко. Привет, мы в магазине, в No Frills сегодня опять. Вот я заскочила и решила сделать вам сразу маленький обзор. Очень люблю этот салат, я уже неоднократно его брала. Вот когда гости, очень советую, рекомендую. Вот, это салат кейла. Вот там, в общем, кейл, нарезанные ножки брокколи, какая-то кусочки вот этой красной капусты. И идет в наборе семечки, там присыпаются кранберис и подливка идет, то есть соус они дают. В общем, классный салат, стоит он 3,99. В Коско продается тоже такой, только он больше просто в два раза. Стоит почти $8, так что, в принципе, то на то и выходит. Дальше сегодня по скидке получаются грибочки. Вот такие большие упаковки, по $2 упаковка. Я взяла сушить со сметанкой, вкусно. Брокколи сегодня по скидке я взяла. Каждая связочка по $1, две связочки взяла. Взяла укропчик. А, еще патат по $1 был сегодня. Укроп по $1.50. Вот такие огурчики маленькие, хорошенькие. По-моему, 80 центов за паунд. За паунд, да. И вот это вот персики по $1. И яблоки сегодня, вот эти Грэмми Смис. Я их беру, зеленые, вкусные. Видимо, они у них уже подпарчиваются. Они их обычно стоят $6. Сегодня были за 3. Вот я взяла 2 упаковки. Вот пока что это то, что я купила. Пошли дальше. Так, еще я взяла лук, почти $3 я взяла, крылышки нам на гостей, но я их буду так быстренько сделаю с таким соусом, и просто это все будет в духовке жариться, не знаю, или в духовке, или на сковороде. 2 сметаны для грибов, хлеб был по скидке, по 2,49, и 2 упаковки овсяной кашки. У нас уже заканчивается. Так, все остальное вроде показала. В общем-то, практически все, я заканчиваю. Я не шла делать покупки, но получилось, что я сделала покупки, потому что многое я на этой неделе не докупила, когда делала покупки. Денежки улетают, улетают, улетают. Итак, я закончила. Так, давайте посмотрим. Я не запомнила точно, сколько у меня там было. Вот, No Frills. И вот у нас сумма 65,58. $65.58. Окей. Вот как-то так все это и произошло. Так, что я вам еще не показала, что я взяла уксус 4 литра, он у меня идет, я с ним и мою, и готовлю, и в общем, что только не делаю. Яблоки я показывала, тут я все показывала. Что я еще взяла, что я вам не показала? Да я все показала. Я еще взяла просто там консервированную вишню, потому что друзья попросили взять, сделать вареничков немножко с вишней. Посмотрели мое видео. И взяла кукурузу для салата. По-моему, это все. Больше я ничего не брала. Аня, еще Костя на работу взяла вот эти вот, как они называются... Ну, вот эти, которые я ему беру. Ну. Вот. Что-то не может камера настроиться. Вот эти батончики. И взяла еще... Я взяла же крылышки. И чтобы крылышки замариновать, я взяла тоже маринадик. Тарьяки. Вот. Просто замариную. Сейчас мы перед отъездом и поедем в музей. С детками играть, развлекать детей, а потом будем уже взрослые себя сами развлекать. Все, так что вот такие вот покупки на $65. Вот, кстати, хотела показать, что я воспользовалась карточкой впервые, вот той, которую я вам показывала в своем блоге, то, что я сделала PC-карт.
Вот 65 долларов, получилось 1400 поинтов. То есть это уже, а 1000 поинтов это 1 доллар, который я получаю возврат. То есть получается, что это уже у меня доллар, я купила, и сейчас вот доллар от них получаю. Но это как карта ничего не дает, она просто бесплатная, но просто вот, когда накопится какая-то сумма, то можно просто ей как бы расплатиться, да, то есть как бы вам скажут, например, у вас уже там есть 10-15 долларов, если вы хотите, можете также их снять. Можно и как бы уменьшаете свой счет таким образом. Ну, то есть вы поняли, да, как это работает. 1000 долларов это один, 1000 поинтов это 1 доллар. Просто тоже мелочь, но приятно, пусть будет. Карточка бесплатная. Так что прикольно. Все. Пока-пока.